Награждение прошло на еженедельном оперативном совещании. Для меня всегда главное – это даже не вот какое-то материальное выражение отношения ко мне, а отношение душевное, отношение как к товарищу, как к другу, как к профессионалу, да, от журналистики, который работает в газете. Уже я работаю в Люберецком районе 37 лет. Вот я сосчитала, вроде бы тоже не круглая дата, но тем не менее дата, которая вобрала в себя очень много эпох. Эмма Витальевна почти 35 лет является членом Союза журналистов России. Сейчас она трудится на постах главного редактора газеты «Наша Краскова сегодня» и заместителя главного редактора газеты «Люберецкая панорама». Также входит в состав местного политсовета партии «Единая Россия». Я знаком с Эммой Витальевной 2006 года и с ее семьей. Я очень рад, что в свое время жизнь меня свела с таким замечательным человеком. И, конечно, в эти дни, в ее значимый юбилей, безусловно, хочется пожелать ей всего самого доброго, ласкового и светлого. Успеха в выполнении всех намеченных планов, Божьей благодати в эти праздничные пасхальные дни. По словам Эммы Витальевны, у нее есть простая человеческая мечта. Чтобы все было хорошо в семье и во всем мире, а любимая газета «Люберецкая панорама» жила и процветала.